премьер-министр Великобритании. Она же прямо сказала. Прямо сказала в разговоре с представителем прессы. Да, в Великобритании ядерная держава. В обязанности премьер-министра входит возможное применение. И я сделаю это. Ну, это не дословно, да? Но близко к тексту. Я к этому готова. Ну как, понимаете, и никто ведь никак не отреагировал. Ну, допустим, она ляпнула там, девушка как немножко не в себе. Ну как можно такие вещи говорить публично? Сказала. Ну, поправили бы ее. То в Вашингтоне бы публично сказали. Мы к этому не имеем никакого отношения. Мы же не случайно обнародовали данные спецслужб по поводу того, что готовят какой-то инцидент с так называемой грязной бомбой. Это же просто сделать. Мы даже знаем, где примерно это делается. Ну, остатки там ядерного топлива немножко преобразовали. Технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать. Загрузили там в точку У или куда-нибудь другой, подорвали где-то это устройство, сказали, что это Россия сделала, нанесла ядерный удар. Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого. Ни политического, ни военного. Значит, нет, это же делают. И это я дал указание Шойгу прозвонить всем его коллегам и проинформировать об этом.